говорим про меня с церковью, он из Зибро. Сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь придет время, и Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. И банда, пришло время вам кое-что рассказать. Верите ли вы в то, что в нашем мире существуют всякие призраки, полтергейсты, которые двигают наши мебли? Я вот не верил до одного момента, пока не переехал в этот дом. То, что было раньше, были лишь сказки для детей. Теперь мы начинаем искать настоящую мистику. Погнали! И уже год я живу в этом доме, уже целый год я снимаю тут видео. Но настоящий сюрприз меня ждал в моем доме по соседству, где, по слухам, живет полтергейст. Однажды, возвращаясь домой со студии, очень поздно я услышал странные звуки из того дома. Как будто что-то обметает, пыряет всякие вещи. У своей бабушки и у дедушки я спросил, почему уже в этом доме никто не живет. После чего они мне рассказали историю, что максимум сколько живут в этом доме это неделю. После чего они либо съезжают, либо продают этот дом. После того, как за год с этого дома съехало более 30 жителей, по местности пошли слухи, что в доме живет полтергейст. Именно поэтому я решил, что именно туда я хочу пойти и посмотреть, ли правда там живет полтергейст. Да, ты же понимаешь, что если мы сейчас туда залезем, и если нас палят, то могут быть проблемы. Ну мы да. Как бы влезаем в чужой дом. Ну да. Это то же самое, что к тебе бы сейчас залез кто-то, там, где ты живешь. Да, да. Там Дед Мороз. В смысле? Что? Ну мне тоже интересно. Здесь просто ты это сними. Здесь просто все разбросано, чему только стоят эти стульчики. Камон, банда. Такое ощущение, как будто здесь реально живет полтергейст. Здесь кто-нибудь есть? Видимо, Масленников. У меня 4 миллиона на канале. Мы с миром. Я просто взлякалась. Жесть, почула, я не знаю. Просто ты капучила, я не знаю. Часы. Нет, они не идут. Здесь как будто кто-то живет и кто-то только что съехал. Это так похоже на полтергейста. Мы с миром. Если здесь кто-нибудь есть.
Здесь тупо осталась куча вещей, и они все разбросаны. Вы только посмотрите, вон лежит посуда. И складывается как бы реально такое ощущение, что здесь живет какой-то полтергейст. Картины, иконы. И на самом деле, наша главная проблема это не полтергейст. Наша главная проблема, чтобы нас никто не заметил, потому что если нас заметят, то это уже все. Это тупо кранты. Если здесь живет какой-то бомж... Еще там эта вода из крыши капает. Это охренеть как страшно. Ладно, окей. Нас очень быстро спалят. Это что? Мне просто... Здесь коврики есть. Везде. Просто везде иконы. Здесь как будто реально кто-то живет. Просто вот это с ними подойти. Дай. Я охереваю. Почему она разрисована? Почему здесь все нарисованы с рогами? Что? Ребята, вы только вот глядитесь в это. Я просто в шоке. Блин, все в трещинах. Этот дом уже явно скоро покинет наш мир. Здесь еще зеркало. Место идет к выходу. Ух, нихера себе. Просто дай. Чтобы вы как бы понимали, как это выглядит со стороны. Долгий коридор, в котором есть двери. Это офигеть, как страшно. В этой комнате мы были. Здесь нам нельзя долго оставаться, потому что если свет запалят, то у нас будут проблемы. Но вот зеркало напротив стульчика, это реально страшно. Охренеть. Окей, у нас в принципе, мы на быструю руку все здесь осмотрели, у нас в принципе остались только две комнаты. Да, и там, за этой дверью еще есть одна комната. Фух, знали бы, как это страшно. В этом доме точно еще... В этом доме точно еще кто-то не там нажил, потому что здесь есть обои. Хоть и нелепые, но они есть. И причем здесь все осталось, как и было. Этот дом явно просто покинули. Здесь есть еще одна комната. Вот какое здесь зеркало. Машина. Ребят, чтобы вы понимали, вот там уже улица за окном. И сейчас там, вот так вот просто проезжала машина. Охренеть просто, надеюсь, что нас здесь никто не спалит. Это что? Ладно. Блин, повсюду просто какие-то иконы. Домовенки. Охренеть, это не смешно, блин. Одежда. Здесь тупо все оставили. Блин. Ванда, это дом как бы со мной по соседству. Фух, гребаная хрень. Осталась только эта комната и вот здесь. Что-то еще должно быть за этой дверью.
если честно, очень страшно. Окей. Здесь петля. Охренеть. Это еще что? Диван? Похоже, здесь жил какой-то военный. Андрей от Николая. Город Червоноград. 66-й год. Охренеть. Трупа ребенка. А раньше здесь были трубы, похоже, их вынесли. Либо их сдал тот, кто здесь раньше жил. Катились, катились и подружились. 2005 год. О, Господи, желаю счастья. Похоже на открытку. Фух. И где здесь полтергейст? Лампочка лежит там. Она почему-то не в люстре. Так у нас еще осталась одна комната, которая закрыта. Но, скорее всего, это не комната, а просто какой-то чулан. Но все же нам нужно в него заглянуть. Учитывая то, что во всех других комнатах что-то было, а здесь тупо пустота. Жив. О, блин. Дверь стукнулась об дверь. Отсюда немедленно. Мы все же живы. То, что там происходило, это не очень круто. Алло, дама? Ні, ми не залазили на ніяку хату. Звонил? Мама.
Вот так вот мы сходили в тот заброшенный дом с полтергейстом. Если честно, я в шоке. В шоке от того, что там что-то происходило, какие-то странные шорохи. В шоке от того, что потом позвонила мама. Я просто не знаю, к чему это все ведет, но я боюсь, что закончится это не очень хорошо. Поэтому, бро, почему бы тебе не поставить лайк под видео? Ведь тебе это всего-то каких-то 2 секунды. И за это видео ты бы уже успел поставить свой царский лайк. Поэтому давай ставь лайк. А также, бро, подписывайся на мой супер шикарнейший инстаграм. Ссылка в описании или на экране. Оставь специально для тебя. Да-да, бро, именно для тебя. И ты можешь написать мне в директ. Я отвечу именно тебе. Эй, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты близко, какие они шикарные эти комментарии. Эй, бро, если ты хочешь попасть в следующее видео, всего-то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик, где просто оставить свой комментарий. И если по твоим комментариям нету никаких комментариев, то ты попадаешь в следующее видео. Вот такое вот простенькое, блядь, ко мне видео. Так что, бро, давай, оставляй свой царский комментарий, попадешь ко мне в видео. А на этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока!